бизнесті жүргізі жағдайын одан әрі жақсарту, транзиттік әлеуетті дамыту мақсатында кедендік және салықтық әкімшілендіруді жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді. Бұл жоспар маңызды мәселелерді қамтитын жеті негізгі блоктан тұрады. Бірінші, кедендік тарифтерді бірігейлендіру. Екінші, кеден инфрақұрылымын дамыту. Үшінші, электрондық декларациялауды енгізу. Төртінші, электрондық рұқсаттар мен электрондық лицензиялар жүйесімен ықпалдастыру. Бесінші, кәсіпкер мәртебесін тіркеусі жеке тұлғалар тауарлардың коммерциялық партиясын әкелу ынтасын болдырмау. Алтыншы, өкілікті экономикалық операторлар институтын жетілдіру. Жетінші, кедендік бақылау комитетінен салық комитетіне фискалдық өкілдіктерін беру. Басты жаңалық салықтық әкімшілендіру байланысында кедендік әкімшілендірудің жаңа қағидатын енгізу болып табылады. Кедендік құнды ел ішінде өткізу кезінде кемітіп көрсету, үстеме пайдаға салық салумен доғарылмайды. Кеден органдарынан салық органдарына фискалдық функцияларды беру әкелуден өткізуге дейінгі аралық процесті құруға мүмкіндік береді. Названные семь основных блоков охватывают следующие важные вопросы. Унификация таможенных тарифов. Сложившееся многообразие ставок, когда два схожих товара одной группы, номенклатуру и ТНВ могут облагаться по разным тарифам, приводит к путанице, постоянным экспертизам и невозможности участнику ВЭД самостоятельно определить код ТНВ экспортируемого и импортируемого товара. Предлагается пересмотреть и упростить механизм тарифного регулирования путем уменьшения количества ставок таможенных пошлин по однородным группам товаров, что позволит участнику ВЭД самостоятельно определять код ТНВ экспортируемого и импортируемого товара. По импортным пошлинам решение вопроса относится к компетенции Евразийской экономической комиссии. Второе. Развитие таможенной инфраструктуры. Отсутствие необходимой инфраструктуры негативно сказывается как на времени прохождения товаров через пункт пропуска, так и на качестве таможенного администрирования. Предлагается строительство транспортно-логистических центров, в пунктах пропуска отдельные объекты ТЛЦ за счет частного капитала на основе государственно-частного партнерства, ну и внутри страны строительство ТЛЦ осуществляется полностью за счет средств также частного капитала на основе ГЧП. Предлагаемые мероприятия будут способствовать созданию более благоприятных условий для участников ВЭД в части исключения лишних процедур, открытия, закрытия транзита, внесения, обеспечения уплаты и тому подобное. Увеличению транзитно-транспортного потенциала Казахстана. Внедрение электронного декларирования. Следует сказать, что внедрение электронного декларирования в рамках развития и совершенствования таможенного администрирования является краеугольным камнем, поскольку именно электронное декларирование наряду с электронным Е-лицензированием и Е-разрешениями позволит перейти к бездокументарному декларированию участникам ВЭД, и это повысит прозрачность всей системы и является важнейшим условием снятия коррупциогенности со всех, уменьшения коррупциогенности всех процедур таможенного администрирования. До 1 июля 2013 года планируется внедрить электронное декларирование в отношении товаров и транспортных средств, оформляемых в таможенной процедуре экспорт товаров. С 1 июля следующего года планируется внедрение электронного декларирования в отношении импортируемых товаров и транспортных средств, оформляемых по всем таможенным процедурам. Ну, до конца текущего года в экспериментальном режиме декларирование импорта также будет внедрено. На сегодняшний день участники ВЭД при таможенном оформлении представляют до 52 документов, ну, это всего в зависимости от импортируемых и экспортируемых товаров.
в том числе разрешительные документы, подтверждающие безопасность перемещаемой продукции для целей ветеринарного, фитосанитарного контроля, лицензии и разрешения на ввоз и так далее. Из этих 52 предоставляемых документов 1 января следующего года планируется автоматизировать выдачу 41 документа, а к 1 января 2015 года все оставшиеся, итого 52. Информатизация Е-разрешений, ну вообще создание системы Е-разрешений и Е-лицензирования позволит через интеграцию этой системы с системой таможенного комитета позволит исключить представление документов участниками ВЭД. Это следующее направление. Интеграция системы электронных разрешений и электронного лицензирования. Важнейшим является уже в процессе таможенного администрирования дестимулирование провоза коммерческих партий товаров физическими лицами без регистрации статуса предпринимателя. Для упорядочения ввоза товаров физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, юрлиц, предлагается четкое определение критериев, что является коммерческим грузом на уровне нормативного правового акта. При этом физические лица в случае ввоза коммерческого груза будут рассматриваться как индивидуальные предприниматели, как предприниматели. Совершенствование института уполномоченных экономических операторов. С апреля 2012 года начат проект «Зеленый коридор», направленный через популяризацию института уполномоченных экономических операторов на упрощение таможенных процедур, который определил меры таможенного контроля в зависимости от сработанного ценового индикатора, суммы таможенных платежей, причитающихся к уплате с одного транспортного средства с товаром. В целях совершенствования деятельности уполномоченных операторов предлагается введение новой отчетности, реестр покупателей от уполномоченных экономических операторов, как физических, так и юридических лиц, будет предусмотрена отсрочка по уплате пошлины НДС для уполномоченных операторов. Но при этом в целях совершенствования деятельности уполномоченных операторов планируется в дальнейшем создание деления этого института на две группы. Первая – существующая схема «сохранить лишь для компаний, занимающихся собственным производством и импортирующих товар для собственных целей». Для уполномоченных экономических операторов, осуществляющих перевозку консолидированных грузов ТНП, будет предусмотрена возможность подачи консолидированной транзитной декларации с последующим декларированием по месту оформления собственниками грузов. Для этого потребуется изменение в Союзный таможенный кодекс. Ну и передача фискальных полномочий от КТК налоговому комитету. Следует сказать, что основной целью мы ставим превратить фискальное администрирование в непрерывный процесс контроля от ввоза до реализации к конечным потребителям при импорте товаров и от производства до экспорта при экспорте товаров. Передача фискальных функций предполагает передачу функций по взысканию задолженности по таможенным платежам, налогам и пени, а также передачу с лицевых счетов информации по таможенным платежам с дальнейшей передачей самих лицевых счетов налоговым органам. Реформирование налогового и таможенного администрирования предполагает дальнейшее совершенствование системы управления рисками. И эта система будет сквозной как для налоговых органов, так и для таможенных органов. Так налоговые органы будут осуществлять передачу в таможенные органы базы данных СУР налогового комитета в целях ее применения при таможенном оформлении экспорта и импорта товаров. В свою очередь таможенные органы будут направлять имеющуюся в их распоряжении информацию в налоговые органы для использования ее при отборе налогоплательщиков на проверку. Планируется также интегрирование информационных систем налоговых и таможенных органов. И основным показателем налоговых рисков будет являться разрыв цепочки с момента ввоза до ее реализации. И будут всячески стимулироваться те участники внешнеэкономической деятельности, которые обеспечивают неразрывность цепочки, транспарентность, точнее, цепочки от ввоза товаров до ее реализации конечным потребителям.
Благодарю за внимание. План мероприятий в рабочем порядке Серик-Немеч согласован с заинтересованными органами. В настоящее время мы отрабатываем проект распоряжения, которым необходимо будет этот план утвердить.